В День Конституции по традиции от Владивостока до Калининграда проходят торжественные церемонии вручения паспортов. Не стал исключением и Ненецкий округ. С подробностями Любовь Пермякова. На России началась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям Ненецкого округа. В торжественной обстановке во Дворце культуры «Арктика» 11 молодым людям вручили главный документ в жизни каждого гражданина страны, а также эксклюзивную обложку для паспорта с символикой региона и памятные подарки. Среди тех, кто официально пополнил ряды активной и успешной молодежи округа, Дмитрий Протасов. Я испытал чувство гордости за то, что живу в России и получил паспорт именно в этой стране. Поздравил ребят с этим знаменательным событием первый заместитель губернатора Ненецкого округа Юрий Мурадов. Мы надеемся, что вы будете достойными гражданами нашей страны, будете добиваться больших успехов и тем самым вносить вклад в развитие и нашего округа, и всей нашей большой страны. Поэтому с праздником вас, с Днем Конституции, поздравляю! Кроме напутственных слов от первых лиц округа, ребята получили и творческие подарки от артистов Дворца культуры «Арктика». Закончилась церемония общим фотографированием. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».